Не покупайте кириешки Хрустим, их не едят даже белочки. Пойдемте. Антиреклама. Давайте проверим, работает у нас GoPro или нет. Работает GoPro или нет? Лиля, работает GoPro? Наверное. Мы куда пошли? В парк, где я катался на гироскутере. Мы пришли кормить белочек. Еще раз говори. Мама, бегом на гиреску там. Непонятно, но ладно. Мы проверяем камеру, которая пролежала почти 3 года. 3 года без работы. Вот это ее первое видео. Еще ниже, еще ниже. А может она лишь не ест такое? А в общем, белочки, оказывается, не едят кириешки. Мы об этом, конечно же, не знали. Пойдем сейчас за семечками. Ну, откуда мы знали такое? Белочки думают, что Мели тоже подошла, понюхала и не стала. Пойдемте. Слушай, они не едят кириешки. Хрустим. А они говорят, дайте другие. Не покупайте кириешки Хрустим, их не едят даже белочки. Пойдемте. Антиреклама. 7 лет назад мы купили эту камеру. И тогда начался наш YouTube-канал. На гироскутере кататься. На сегвее. Да. Только маленькие косточки. Так это на них птички срут. Ну никто на них не срет. У меня жена решила с дерева снимать какие-то красные ягодки. Волчьи ягоды или что-то, я не знаю. Что это такое, Наташа? Это барбарис. Барбарис. Обожаю. Я не верю в это. Ну вот смотрите, их тут много. Смотри, какой барбарис нашла. Вау, яблоки на дереве бывают. Видели? Яблоки. Интересно, вот мне какой звук здесь, какая картинка. Все интересно. И вообще я думал продать эту камеру. А сейчас вот думаю, может быть, ее еще немножко поиспользую. Сейчас 23 сентября. Красотища. И поставьте лайк. Сейчас показываю, какая красота. Какие краски передает эта камера. Очень интересно. И какая стабилизация. Тебе интересно? Да. Как она вибрирует при ходьбе. Это парк Березовая роща. Тебе нравится он? Да. Почему? Потому что тут можно покататься на гироскутере, и тут есть аттракционы. Миля, а тебе почему парк нравится? А я тут хочу молочно пойти. Миль, наверное, потому что тут есть крокодильчик. Наташа, а тебе почему этот парк нравится? Мне этот парк нравится. Это один из немногих парков в городе Новосибирске. Поэтому и нравится. Здесь много зелени. Потому что других нечего, да? Он один. Нет, здесь много зелени. А мне этот парк нравится, потому что он близко к дому и далеко ехать не надо на машине. А мне он нравится, потому что здесь много деревьев и здесь осенью. Смотри, какой ковер. Ковер, и никто его не убирает, этот ковер. Ай, не надо, это так задумано. Это задумка такая. Везде должна быть листва желтая. Листва. И белочки должны бегать по ней. А правильно? Что тут можно бесплатно покушать? И ставьте лайк, скажи. Ставьте лайк. Ну, Лиля-то профессионал уже. Да? Сколько она 1000 видео озвучила? Лучший стих, да, в моей жизни. Какой вы стих запомнили в вашем детстве? Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь и ставьте лайк. Ну, кто научил? Папа. Папа научил. Давай, Миля, не... Миля, погладь. Это тот же самый, который нам это, научили Хэллоу кричать. Какой красивый. Миля, клевый? Это девочка. Девочка? Да. Кто там, изюм и орешки? Да. И ты еще насыпала кириешек? Да. Нет, вот. Вот
Вот. Ого, сколько тут еды. Где, покажите. Вот, вот еда здесь. Ой. Здесь крапива везде, осторожно. Ну скажи, на-на-на-на-на. Руку вытяни, руку вытяни. Леля, уйди. Меля, вытяни руку вперед. На! Меля, стой. Садись. Еще подойди. Стой, подожди. Стой, Меля, стой, садись. Давай ручку. Молодец, держи. Что взяла? Я кинула на листья. Я на листья. Давай, Лиля. Она нюхает руку и не берет да. еду? Да. Этот парк Березка, это что-то типа Централ парк, наверное, в Нью-Йорке. Такая зеленая зона внутри города. Таких у нас очень мало в городе. Так что любим то, что есть.